Одесский ЖД вокзал начинает оживать. В среду заработали железнодорожные кассы. Если вчера были толпы желающих приобрести или сдать билеты на отмененные поезда, то сегодня в огромном холле совершенно безлюдно. Люди то ли дождя испугались, то ли вируса, а возможно, виной всему интернет. Билеты можно купить онлайн. Работают лишь пару касс. Возле них стоят антисептики, а все сотрудники в защитных масках. Как вокзал выходит из карантина, видела Нарина Щеглова. Открыт лишь главный вход на ЖД вокзал. При входе дежурит охранник. Он спрашивает о цели визита, пускает лишь по одному и в защитных масках. На входе висит расписание, а на вокзале совсем пусто. Непривычно безлюдно. Возле касс мы не наблюдаем ни одного человека. Нет желающих совершенно купить или сдать билеты. Вот, собственно, как выглядит зал железнодорожного вокзала Одессы. Вот, возле касс никого нет. Напомню, с 1 июня из Одессы начинают ходить поезда в Харьков, Днепр и Киев. Согласно постановлению Кабмина, продаются лишь 50% мест в вагонах, кроме поезда в Харьков, где в продаже все места. С помощью онлайн-сервиса можно увидеть, что желающих приобрести билеты в столицу на первый день лета не так много. По состоянию на 6 вечера доступно около 200 свободных мест. Зато в Харьков и Днепр 1 июня уже не уедешь. Раскупили все.